Неприметное общежитие на улице Алма-Атинской у спецслужб и любителей чего погорячее этой ночью имело оглушительный успех. Жильцам многоквартирного дома даже пришлось отказаться от позднего ужина и вечернего туалета. Для них темная и томная ночь в минуту обратилась ярким шоу со спецэффектами, мигалками и сиренами. По коридорам поползли слухи. Неизвестные прямо в комнате подорвали одного из жильцов. Раздался взрыв. Хозяйка пошла на ванну, ребенок был в комнате. И в это время прогремел взрыв. Опасаясь неладного, жильцы дома сразу же вызвали полицейских. К эпицентру взрыва съехались чуть ли не все оперативные службы города. Участковые, саперы, сотрудники уголовного розыска и пожарные. Эксперты оценили обстановку и пришли к удивительным выводам. Взрыв и не взрыв вовсе. У них либо упало, либо было положено безоболочное пиротехническое, скажем так, взрывное устройство. Единственное, что можем сразу сказать, что это не тротил, не пластит, потому что ничего топлавленного здесь нет. Шокировать хозяйку комнаты списком всех возможных взрывчатых веществ эксперты не стали. Сразу пояснили, в ее доме шума наделала обыкновенная петарда. Женщина в такую шутку поверила не сразу, уж слишком страшно и громко было. Что, хозяин? Не, надей. Что? А у вас что-нибудь на окнах было наклеено какая-нибудь бумага? Нет, не было у нас ничего. Ничего не было. По горячим следам эксперты находят и первые улики произошедшего, обгоревшую записку, адресованную кому-то из жильцов дома. Испуганная женщина не отрицает, так ее могли пропугнуть студенты со взрывным характером. Она не последний человек в колледже, а самый настоящий заместитель директора. Я старалась ни с кем не конфликтовать, никому плохого не делать. Я даже не представляю, что это и как. В ближайшие дни что да как пострадавший придется решать на свежем воздухе. Шуточный взрыв оставил в ее окне нешуточную пробоину. Следователи тем временем займутся поиском начинающего подрывника. По факту хулиганства уже возбуждено уголовное дело.